Археологическая находка у себя дома. Житель села Уркарах Дахадаевского района нашел старинные кувшины и древние кости в собственном дворе. Предметы, представляющие археологическую ценность, были обнаружены во время ремонта на глубине 5-6 метров. Хозяин дома наткнулся на две комнаты с мебелью, на которых лежали старые кувшины, а по самой комнате были разбросаны кости. Представители администрации района вызвали на объект команду археологов для того, чтобы идентифицировать датировку, происхождение и функции объекта.